уже который день нашей рыбалки. Ну, заезд получается 6-й уже. Но день уже не 6-й, точно. Никити, сеть проверяет. Дмитрий чистит, Никити уже опускает сетку. Потом приходит, помогает Дмитрию, он ее проверяет вдвоем. И так дальше продолжается. С Аркадичем, я с Аркадичем, напарники. Сегодня у нас ветрено. Вон там Игорь. Игорь не Капустина, который. Игорь Жиганский. С сыновьями походит. Или с кем? Ну тут. Там он. Два мальчика с ним было. Сегодня мужик какой-то приехал. Вот он рядом с нами. Рыбачит. Вот снегоход. У нас, кстати, напарник появился. То есть соседи появились по сеточкам. Вон там Вениамин, он в той желтой палатке. Вот. Люди потихоньку начинают приезжать. Балки таскивают. Ну, по слухам, ниже Жиганска, 60 километров. Пошла уже потихоньку рыба, начинается. И до нас скоро дойдет. Вот, сегодня ветер, посмотрите. Силу ветра сдувает он, снегоход накрыл, все равно задувает. Ветер как передать? Вот, смотрите, вот такой вот ветер, минус 31 с утра было, и было ясно, но сейчас как будто на реке, как будто какой-то туман стоит, непонятный. Палатки есть, смотрю. Так, ну все, камера замерзает. Выключаемся. Потихоньку. Блин. Вот. Тюханка. Рыба начинается, друзья. Так, смотрите. Да, уже потихоньку убавляется. Это хорошо. Это нас радует. Это нас радует. Только радует. Мы делали перерыв, да? Ага. Сутки. Это вот за два дня накопилось. Не очень много, но... Двухдневная суточная норма. Привет! Энду! Здорово! Менду Геркил! А? Менду Геркил, Диви! А я ты, Мунит!
А я один на ночь. Вики, ну а я в роме иди. А я ходим да. Бегаем ходим да. Потихоньку ход рыбы пошел. На наш улов сегодняшний. Давайте посчитаем. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать. 1, 2, 3, 4, 5. Шесть, семь, восемь, девять. 40 штук, друзья, за 2 дня. Прям за 2 дня, друзья, очень неплохо. Результат очень неплохой. Ну что же, вот такой сегодня у нас будет насыщенный день. Конечно, усугубляет этот ветер. Но что поделаешь, где наша не пропадала, как говорится. Сейчас пойду сниму маску, проверю печь. Ее надо обязательно проверять, потому что, как я говорю, там происходит процесс термозрыва, и он может наделать беды, если не смотреть, да, не следить за палаткой. Вот палатка. Огромное, друзья, поэтому требует соответствующего подхода. Так, у нас тут все пряники. Которые...
пока не буду вываливать, потому что вороны на них нападают. Воронов из-за поселка не будет достаточно. Да. В каждом поселке есть еда. О, посмотрите, Иннокентия, как хорошо. Сети. Как хорошо себя показали сетки в Иннокентии. Обедать точно не будем, друзья. Обед у нас уже прямо из лунки выходит. Должен знать, может быть, если где-то мало ловится, сетки перетащим, переставим, да? Можно. С таким кольщиком льда, как Андрей Аркадьевич, это вообще не сложно, профессионально. Календарь где? Календарь где? Сразу их видит. Чую запах. Да, чует. Чует.
это как будто, а? Это за два дня, друзья, накопилось. Столько рыбы. Это радует, друзья. Хорошо. Хороший показатель сети. Надо ловить. Если не ловить запуску, то это тоже плохо для дикой фауны. Слишком большое количество одной рыбы будет. Пагубно радоваться в чем-то другом. Поэтому вот так вот обязательно. Рыбалка — это не всегда плохо. Всегда хорошо и не всегда плохо. Сегодня здесь мера должна быть. Я собираю рыбу. Здесь вот у нас рыбак рядом, сосед примостился к нам, сосед. Ну как, Алексей Алексеевич, сети? Рыба есть? А там? Там еще не проверили. Там одну вот снял. Каждый день проверяешь, да? Вчера было. Мне до обеда. У вас же нормально, кажется, а? Ну да, у нас нормально. Ух ты! Морской налим! Вот это красота! Сегодня, ребята, уха будет, чувствую. Кто-то будет уху есть. Вот такой вот красавчик попался, значит, морской налим. Последняя сетка, которая стоит поперек, две последние тут. Поперечка. Так, ну что, осталась крайняя сетка. Это поперечка.
Ну все, друзья, вот такая сегодня была проверка сеток. Также у нас 5 безрезультатно большая сетка наша. Вот, на этом мы заканчиваем. Сейчас проводины Дмитрия. Он завтра улетает. Ну хоть рыба попалась. Хоть рябушку увезет домой. Пофоткаемся на последок и все. Аркадич пошел в палатку. Ребята уже там все собираются. Подзамерзли все. Пойдем греться. Иннокентий Иннокентьевич, бригадир, что скажет, так и будет. Сети ставим или идем обедать? Ура! Идем обедать, он сказал. Удим. Ну вот и все, друзья. Сейчас мы идем в палатку. Сейчас уже будем обедать. Сейчас уже начинается контент не для общего пользы, ну как бы не для Ютуба. У меня есть второй канал Live. Можете там посмотреть. Будет интересно.